Всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами поговорим о том, какую же консоль в 2023 году взять, в Xbox Series или PlayStation 5. Несмотря на то, что абсолютно каждый год выходят такие видосы, они все равно получаются полезными для многих, поскольку времена меняются и кто-то только-только задается этим вопросом, а что же лучше купить. И поскольку сейчас на рынке можно найти действительно много консолей, новичку реально сложно сделать выбор, поэтому собственно я и здесь. В этот раз я расскажу вам все максимально просто и от души про самое главное в консолях, что лучше выбрать, но самое главное я сделаю это без какой-либо ненужной информации. Поскольку я посмотрел уже достаточно видосов перед этим, я понял, что многие контентмейкеры зачем-то пытаются вас нагрузить ненужной информацией, а именно какими-то тарафлопсами, технической частью, какими-то там воздуховыми потоками, и все это не особо важно, я вам скажу, и я попытаюсь это сделать, опять же, максимально просто, потому что такие видосы смотрят новички, и как раз-таки им не нужно забивать такой темой голову, потому что и так информации хватает, чтобы ее забить. С вас, как обычно, лайк, подписка на канал, и очень надеюсь, что этот видос посмотрят многие, он выйдет в рекомендации. И чтобы ему помочь, поделитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже выбрали себе консоль. Поэтому спасибо всем, кто это сделает. Еще кстати, в конце ролика я расскажу на чем играю я и почему так сложилось. Вот. Ну а также не забывайте забегать нам в телеграм-канал, где сейчас проходит розыгрыш на Resident Evil 2 Remake. Игруха годная, поэтому залетайте. Начнем с того, что сразу вам скажу: какого-то четкого ответа на то, какую консоль вам лучше всего взять, попросту не. Не существует. Я это по сути твержу с создания канала, потому что у каждого абсолютно игрока, у каждого желающего купить ту или иную консоль, есть свои потребности, есть свой бюджет, история, опыт и тому подобные вещи, что собственно очень важно это учитывать. Да и к тому же сами консоли немножко отличаются и имеют свои плюсы и недостатки, и собственно поэтому немножко эта тема ну, для многих вызывает сложность. На данный момент на рынке можно найти множество консолей и чаще всего вам будут попадаться PlayStation 4, у которой есть версии фа. Slim, Pro, а, будет PlayStation 5 с дисководом и без, будет Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, и, знаете, наверное, когда вы слышите столь много названий, скорее всего, у вас будет каша в голове, потому что, когда первый раз слышишь такое, ты действительно путаешься, не понимаешь, что к чему, и так далее. На самом деле, это не так все сложно, и для простейшего понимания нужно лишь знать то, что все перечисленные консоли, они немножко разных поколений. К примеру, PlayStation 4 и Xbox One, опять же, же, неважно каких версий, S, Pro, X и так далее, они относятся к восьмому поколению консолей, то есть не к самому новому. А вот PlayStation 5, Xbox Series S и X это уже более новые консоли, более актуальные, которые, кстати, были предпочтительнее для вашего выбора в 2023 году. А, собственно, почему предпочтительнее? На самом деле здесь все очень просто. PlayStation 5 и Xbox Series, опять же, S или X, это более новые консоли, на которые выйдут новые игры в ближайшие лет 5. Ну, по крайней мере, так планируется. Что касается предыдущего поколения, опять же, напомню, это PlayStation 4 и Xbox One, то с каждым новым анонсом игры на них выходят новых все меньше, и с каждым разом, опять же, их будет меньше, меньше, а потом они просто перестанут выходить. Поэтому, если вы хотите идти нога в ногу со временем и получать все новые игры, аксессуары и так далее, то лучше смотрите на PlayStation 5 и Xbox Series. Но тут как бы отрекать от PlayStation 4 и так далее я вас не хочу, если у вас бюджет не такой большой и вы хотите просто поиграть, да, и, соответственно, вам не нужны новые игры, то да, в этом случае вы можете посмотреть на PlayStation 4 и Xbox One. Что касаемо самих отличий между консолями, то тут уже несмотря на поколение, разница идет в играх, в каких-нибудь мелких функциях, в региональных ограничениях, и кстати, несмотря на то, что этот пункт звучит странно, сейчас он один из важнейших на самом деле, особенно для России. Также различия есть в геймпаде и иногда в производительности той или иной игры, ну и пожалуй во внешнем виде самой консоли. Ну а я начну с самого важного, с игр, ради которых вы в принципе принципе, заинтересованы взять ту или иную консоль. Тут дела обстоят следующим образом. У консоли есть как и общие игры мультиплатформа она называется, так и эксклюзивы, которые доступны только на определенную консоль. Из многих обзоров вы явно слышали, что в какие-то эксклюзивы можете поиграть на ПК, поэтому та вам консоль не нужна. Это действительно правда, но раз мы говорим о выборе консолях, то давайте будем говорить только о консолях. В общем, при выборе консоли вопрос эксклюзивов должен стоять чуть ли не первым пунктом. Поэтому если вы слышали и хотите поиграть в такие игры, как Last of Us, Бог Войны, Horizon Zero Dawn, Человек-паук, Uncharted и тому подобные вещи, это все есть на PlayStation, и лучше посмотреть в ее сторону, ибо на Xbox таких игр попросту нет. Если же вы слышали о гонке под названием Forza, вселенной Halo, серии Gears of War, Quantum Break, и вам симпатизируют игры от Bethesda, Fallout, Wolfenstein, и вы слышали про такую игру как Starfield, то лучше склонить свой выбор в сторону Xbox. В этом случае, дабы не тянуть ролик до часа и не сравнить бессмысленные игры, которые по факту каждому на свой вкус и цвет, скажу кратко. Если вам до безумия нужна какая-то игра или серия игр, просто находите ее, смотрите на какую платформу она вышла и от этого уже отталкивайтесь. Просто в свое время, когда я выбирал между плойкой 4 и Xbox One, я делал точно так же. Мне нравится серия Gears, я в нее играл на 360 боксе, да, и после анонса я понял, что данная серия игр, она продолжится и выйдет на Xbox One. Я выбрал Xbox One, поиграл в эту серию, кайфанул и, собственно, вам этого и советую. Если же игровая консоль это ваш первый опыт, тут на помощь вам придет подписки. На Xbox и на Плойке сделали такие сервисы, при помощи которых вы просто платите определенную сумму денег, вам предоставляется просто огромное количество проектов, и это выгодно, и заполняет вашу консоль реально большим количеством проектов. У Xbox это знаменитый Xbox Game Pass, а у PlayStation Plus это PlayStation Plus Extra и так далее. Сервисы, кстати, практически аналогичные, и там и там много игр, и там и там пополняется список, выходят новые игры в день релиза, и честно говоря, тут при выборе опять же качели. И сказать, что вот покупайте только PlayStation Extra или Xbox Game Pass, ну, наверное, немножко неправильно. Ибо в том же Game Pass с даты выхода добавили, например, Atomic Heart, но, к примеру, в том же PlayStation Extra добавили Stray, есть Assassin's Creed Valhalla и другие игры, которых нету на Xbox. Ну, я имею в виду в подписке. И так или иначе, и там, и там можно во что-либо поиграть. Но тут, пожалуй, объективно в Xbox Game Pass больше добавляется каких-то крутых проектов с даты релиза. И, соответственно, чтобы вы определились с этим пунктом, можете в интернете найти либо список игр и посмотреть во что же вы можете там поиграть. Ну а еще я вам советую посмотреть игры, которые добавятся в будущем. Что касаемо просто добавимся, у Xbox отчасти это уже известно и в этом году добавятся игры от беседки, такие как Redfall и Starfield. И вероятнее всего добавится новые Forza, если она выйдет. Когда-то там в будущем добавится Stalker 2 и подписка Xbox все-таки выглядит наверное интереснее, поскольку у Xbox есть правило. Каждый эксклюзив он выйдет в эту подписку с дат релиза. Но тут опять же смотрите сами, ибо кто-то подписку берет чисто из-за экзов, либо из-за конкретных игр, поэтому просто берете и выбираете. Единственное, тут стоит учесть, что на Xbox в целом игр больше, за счет обратной совместимости. То есть, знаете, что на Xbox Series без проблем поддерживается определенный список игр от старых Xbox, от Xbox Original, Xbox 360 и еще от Xbox One. На плойке тоже есть обратная совместимость с играми PlayStation 4, есть тайтлы от предыдущих плоек, но это не так просто и не так распространено но как на Xbox, следующий немаловажный пункт это региональные ограничения и способ покупки игр вопрос достаточно важно кстати на 23 год ибо компании с нашего рынка ушли из-за этого способ покупки не такой простой как раньше то есть ни на одной из консолей в россии вы не сможете привязать вашу повседневную карту к магазину и там что-то купить сейчас практически все делается через посредников вы пишете определенному человеку или сайту к примеру что касаемо xbox я лично пользуюсь ребятами из x games они не не раз проверены ребята, которые могут вам приобрести ту или иную игру на Xbox. Они меня очень много раз выручали, поэтому я ручаюсь за них, как за своих. Пишите им, кидайте им ссылку на игру, отправляйте деньги, скидывайте данные своего профиля, они вам покупают, и все четко. Ссылку оставлю в описании. Ну а что касаемо игры для плойки, то я лично пользуюсь сервисом из XI. Это ребята, которые существуют уже лет 10, у них просто безупречная репутация. У них на сайте есть все доступные игры, они по сути интегрировали в свой сайт PlayStation Store и Microsoft. Of store поэтому у них есть вся важная информация об игре, включая локализацию и это, кстати, очень важно. И то, что мне очень понравилось у них, это то, что весь процесс покупки у них просто классно автоматизирован. Положил нужную игру в корзину, ввел данные, ввел почту свою для того, чтобы тебе аккаунт прислали, оплатил и просто ждешь. В итоге аккаунт с игрой вам присылают прямо на почту. Платить есть что можно всеми возможными и удобными способами и оплата, кстати, еще и официальная с чеками, что редко такое встретишь. На услугу они дают пожизненную гарантию, что очень важно и и да, еще у них очень классные повторные покупки, просто выбираете пункт, что я у вас уже покупал, в итоге ваше участие после оплаты вообще не потребуется. И помимо всего, у них есть крайне много классных акций, накопительная скидка до 20%, каждый новый заказ увеличивает глубину скидки, есть программа «Приведи друга», по которой ваш друг получит 500 рублей на баланс на второй заказ, а вам будет начислено 500 рублей на баланс, вы еще будете получать с каждой покупки каждого друга по 2% пожизненно. И, конечно же, на эти деньги можете покупать себе игры и подписки. Причем бонусами можно платить до 100%, что очень круто. В ВК они, кстати, тоже есть, проводят там множество розыгрышей, аукционов, поэтому туда тоже можете заглянуть. В общем, если вам нужны игры на PlayStation, можете смело заходить на x -site. А еще по моему промокоду Jumbo вам дадут 20% скидки на первый заказ и 500 рублей на второй. Поэтому только то, касаемо на игры, плойки у Xbox, то чаще всего бокс выходит дешевле, ибо там больше возможностей использовать другие регионы приобретения игр, где выгоднее курс. Но тут, на мой взгляд, больше важны ограничения. Если же на плойке лучше узнать, в каком регионе будет покупаться игра, ибо русская локализация зависит от этого. И приобретая, к примеру, последнего бога войны в Турции, у вас не будет озвучки, и поэтому лучше приобрести через Польшу. Да, выйдет подороже, но у вас будет русская озвучка. Поэтому всегда уточняйте либо наличие языка, либо с какой регион Накуплен игра. К примеру, если вы покупаете через Xide, то, то там все написано. Но такие вот ограничения, они опять же касаются только PlayStation. В Xbox проблем таких нет. Неважно с какого региона вам купят игру, если игру перевели, значит все будет нормально и у вас она тоже будет переведена. Что касается геймпадов, тут очень много споров сравнений, но если коротко, можно играть как на этом, так и на том. Единственное преимущество геймпада PlayStation в том, что тут больше всяких приколю. Тут есть тач-панель, гироскоп, встроенный динамик, микрофон. Он еще светится, и этот геймпад вам реально принесет э, в начальных этапах больше каких-то вау-эффектов с точки зрения интерактива, но потом к этому привыкаешь и уже все равно. На Xbox всего этого нету: чисто базовые кнопки и еще и батарейки. Кто-то это приводит в жесткий минус. Мол, компаниям настолько сложно и невыгодно это делать, но тут у вас, по крайней мере, есть выбор, что вставить. Если же на геймпаде PlayStation 5 есть аккумулятор, который держит, кстати, не так много, как хотелось бы, то тут вы можете накупить каких-нибудь аккумуляторных батареек и менять их, что иногда даже удобнее, чем сидеть и играть по проводу, пока зарядится геймпад. А так в целом геймпад это не особо важный фактор для выбора, чисто как характерная черта. Также, коль мы заговорили об аксессуарах, то в целом тут плюс-минус одинаково. И элитные контроллеры есть, и рули, и так далее. Единственное, у PlayStation вышел недавно VR 2, то есть шлем виртуальной реальности. Такого устройства на Xbox, к сожалению, нет. Даже, к сожалению, нету слухов, что что-либо планируется. Поэтому знайте, что если вы хотели бы иметь такой аксессуар для консоли, то он есть пока только у PlayStation. Да, на ПК такое устройство, конечно же, тоже есть, но, опять же, мы говорим только о консолях. Если хотите полноценный обзор на VR, то он у меня выйдет потом на канале, поэтому следите. Что касаемо качества, в котором идут игры, где больше кадров, где выше разрешение, тут тема крайне глубокая и спорная. Ибо сначала, когда выходили консоли, все начинали сравнивать железо, считать тарафлопсы, смеяться на SSD и тому подобными вещами. Но я всегда говорил и буду говорить, что консоли это не ПК. Все эти разговоры о процессорах, памяти, пропускной способности, это бессмыслица, от которой ничего не поменяется. Поэтому, если в каком-то обзоре вас начнут грузить какой-то технической частью, воздуховодами и тому подобными вещами, не заморачивайтесь. Это тупо вам ничего не даст. Самое главное, что нужно знать, это PlayStation 5 и Xbox Series X это консоли, созданные под 4К разрешения, и на большом телеке изображение будет четче в каких-то играх плавнее. Кстати, у плейки есть что две версии, одна с дисководом, другая без, и тут уже вы сами решаете, что вам нужно. У нас лично с братом версия без дисковода и, собственно, вообще пофигу, ибо все можно купить онлайн. Ну а рынком БУ мы не пользуемся. У Xbox а тут чутка сложнее, ибо есть помимо Xbox Series X, который для 4К, еще и Xbox Series S. Она тоже относится и что к девятому поколению консолей, то есть к актуальному, но она послабже, и разрешение там будет в большинстве случаев Full HD, и в каких-то играх иногда не заводит 60 FPS, но, по крайней мере, это случается редко. Что касаемо каких-то детальных сравнений, несмотря на то, что новое поколение довольно-таки мощное, все равно везде есть дроп, разрешение просадки, FPS, какая-то сырость проекта, и все зависит опять же от определенного случая. Что касаемо собственного опыта, то чаще всего отличия незначительные, и даже взяв самую дешевую консоль, а именно Xbox Series S, можно спокойно кайфануть от того или иного проекта. Просто чтобы вы понимали, все эти споры про разрешение, мощность, трафлопс идут, во-первых, от людей, которые шарят за ПК, и они пытаются применить свой опыт тут, либо тех, кто просто привык к чему-то самому мега мощному. И поэтому вы иногда будете слышать, что Xbox Xbox Series S это не до консоли, хотя это далеко не так. Просто она предназначена для Full HD 1080p, а не для 4K. Вот и все. Еще один, кстати, важнейший фактор выбора той или иной консоли это цена. Чтобы вы понимали, PlayStation 5 и Xbox Series X будут в районе там 40-50 тысяч, а Xbox Series S в районе 25 плюс-минус. И тут, если у вас бюджет не совсем большой, и вы не хотели бы как-то тратиться, поскольку вы просто хотите вечерком иногда погонять, то Series S это реально прекрасная консоль для этого. Единственное, знаете, что она без дисковода, имеет на борту 300 с чем-то гигабайтов свободной памяти, что не даст вам возможность загрузить абсолютно много игр сразу, но чтобы погонять вечерком во что-либо, прям кайф. У меня лично у бати и убрать стоит Series они гоняют как и в старые, так и в новые игрули и не парятся, ибо до 4 k им просто фиолетово. Я же больше гоняю на Xbox, и это, наверное, потому что так сложилось. Мне больше комфортнее его система, у меня здесь больше купленных проектов, к геймпаду я больше привык, ну а плойку я использую, наверное, только ради экза и имея по сути в распоряжении две консоли, до сих пор не могу сказать, что какая-то консоль мега лучше или хуже. Просто они разные, и каждый приобретает то, что хочет. В этом обзоре, если что, я специально не поднимал вопросы записи видео, каких-то функций по типу браузера на консолях, quick или поскольку эти моменты они не особо значительные. Ибо если начать вас грузить, тем, что вот, на Xbox, к примеру, нельзя там стримить на YouTube, нельзя записывать геймплей 2 часа, и это делается только через флешку, на, там, на плойке такой есть или, к примеру, я буду разбирать плюсы и минусы дашборда, то это вас только нагрузит. И вы будете дальше думать, а что же мне взять, поскольку микро таких вот нюансов действительно много как с одной, так и с другой стороны. К примеру, о габаритах и о дизайне тоже бессмысленно, ибо чаще всего вы просто поставили консоль, и она у вас состоит. Просто знайте, что Series S это самая маленькая консоль. Вот и все. Поэтому лучше выбирайте консоль из основных пунктов и выбирайте то, что нравится именно вам, а не кому-то там еще. И опять же, самая база при выборе — это игры и цена. Остальное уже все второстепенно. На этом, в принципе, все. Я очень надеюсь, что этот ролик был мега полезным новичкам. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Если это действительно так, то с вас лайк, подписка на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч.